Не особый день. Площадку с объездом новый управляющий по охране труда и технике безопасности. Плюс сегодня объезжает также Ворсин. Значит, так что здесь у нас теперь все в особом режиме. Готовимся к приезду. Четвертый фундамент. Вот такая вот скала сплошная. Вот. Нет ничего вкуснее, когда блюдо готовят лучшие друзья здесь, в Сибири. Каждое блюдо становится вдвойне вкуснее, тройнее. Вот видите, как можно сделать с такими вот спигачками вкусные блюда. Салатики, витаминные. Надо делать ответочку. В воскресенье буду готовить здесь, на Еруде, для моих друзей.